Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Sony Xperia 5 четвертого поколения. И сейчас мы разберемся, как восстановить данные WhatsApp на данном телефоне. Итак, для начала мы переходим в приложение WhatsApp, после чего выбираем язык, на котором будем использовать данное приложение. Нажимаем стрелочку вперед и нажимаем принять и продолжить. Разрешить. Здесь мы вводим номер телефона, к которому привязан аккаунт. Нажимаем далее. Проверяем номер. Если что-то ввели неправильно, нажимаем изменить. Если все правильно, далее и окей. После чего на ваш мобильный номер телефона придет СМС. Телефон его находит автоматически. Нажимаем продолжить. Разрешить. После чего выполняется поиск резервных копий. И здесь очень важно. Либо вы использовали WhatsApp на этом телефоне и сделали локальную копию, и тогда этот экран появится. Либо вы делали резервную копию на аккаунт Google, и этот аккаунт Google есть на этом телефоне. Если два этих условия не были выполнены, этот экран не появится. Если он появился, нажимаем «Восстановить». И нажимаем «Далее». Далее. На этом все. Все данные были восстановлены. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. До скорых встреч.